Привет, ребята! Вы на канале Готовим Вместе. Сегодня я хочу вам показать рецепт черных картофельных булочек для бургера. Они будут такие очень мягкие. Это вообще у меня рецепт бургера, но я его решил поделить все-таки на два видео. Я приготовлю в одном видео булочки, во втором видео бургеры. Давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. А понадобится нам мука, конечно же, для булочек. Дрожжи у меня живые, можно брать сухие, разницы нет, кто как любит. Красить я их буду активированным углем. Я уже так делал в черных хинкалях, я его заранее размолол. Здесь у меня 30 таблеток, 1,5 столовые ложки сахара, чайная ложка соли, 150 мл молока. И картофельное пюре у меня уже готовое. Будем добавлять, скажу сколько, ну примерно 2-3 столовые ложки. И кунжут на посыпочку для булочек. Вот такие вот ингредиенты. Давайте будем приступать к приготовлению. Так, начинаем мы приготавливать тесто. Теплое молоко. Я его подогрел в микроволновке. Сюда сахар, соль, активированный уголь. Все это размешаем до однородной массы. Вот так вот более-менее растворили. Теперь добавляем дрожжи где-то грамм, наверное, 10. Вот так их разомнем. Достаточно. Растворим их. И вот так вот в таком состоянии оставим минут их на 10. Пусть у нас дрожжи заработают, а потом будем готовить дальше. Прошло у нас 10-12 минут. Дрожжи немножко постояли. Теперь мы добавляем сюда картофельное пюре. Так, 3 будет где-то столовые ложки. Его размешаем. И начинаем замешивать тесто, просеивая сюда муку. И постепенно замешивая. Ну вот, тесто я замесил. Теперь нам нужно его немного вымесить. Получилось оно у меня вот такое вот. Мягкое, очень. И вот так вот месим
Ну вот, ребята, вот такое вот тесто у меня получается. Еще чуть-чуть муки добавлю, чтобы отлепить его от стола. Вот такое вот оно мягкое. Теперь мы берем миску, где будем давать ему всходить. Наливаем чуть-чуть масла и промазываем вот так вот края, чтобы потом легко можно было его обминать и отдирать. Ну все. Тесто мы кладем сюда и оставляем его на часик в теплом месте, чтобы оно у нас зашло. Вот, ребята, прошел у нас 1 час. Убираем полотенце. Тесто у нас поднялось примерно в 2, даже, наверное, 2,5 раза. Мы его тихонечко так обминаем, но не сильно, чтобы его особо не беспокоить. Потом берем доску. Лепим вот такую вот колбаску из него. И делим булочки. Так, вот у меня 6 булочек получилось. Теперь я беру противень, предварительно застеленный пергаментом. Смазываю его маслом. Чтобы ничего у нас тут не прилипало. Вот так вот. И начинаю выкладывать сюда наши булки. Предварительно их вот так вот еще подравниваю, чтобы они были красивые и такой формы, которая нам нужна. И оставлю еще минут на 10, наверное, чтобы они у нас еще немножко поднялись. Вот так вот их приминаем, потому как булочки для бургеров, они плоские, должны быть они пышные вверх. Так. Ну и так поступаем со всеми булками. Вот, ребята, вот так у меня получилось. Теперь я опять накрываю полотенцем и дам им постоять еще буквально минуток 10. И я, значит, взял 1 желток, добавил 1 столовую ложечку теплой воды. Все это перемешаем. Перемешали. Булочки наши подошли.
Вот такие вот они стали красивые. И теперь мы их этой смесью сверху смазываем. Вот так. Вот булочки наши мы смазали яйцом. И теперь их сверху так в хаотичном порядке посыпаем кунжутом. Как раз у нас яйцо легко прилипает кунжут к нему. Ну вот, ребята, наши булочки черные для бургеров мы приготовили. Выглядят они вот так вот симпатично. Они очень мягкие. Давайте вот одну мы разорвем. Посмотрите. Как это внутри. Они очень вкусно пахнут. Никакого странного привкуса абсолютно нет. Очень вкусный хлеб. Сдобный. Полностью все пропеклось. Пек я 17 минут, потому как они у меня получились большие. Выпекал 17 минут. Ну вот, все пропеклось, все нормально. А я буду, ребята, заканчивать свое видео. Это, но продолжение следует, не забывайте. Кто еще не подписался, ребята, обязательно подписывайтесь на канал. На все соцсети ссылочки будут в описании. Тоже подписывайтесь, проходите, комментируйте, смотрите. Ну и всем пока. Продолжение следует.